Друзья, всем привет! Хотел бы поделиться с вами своим способом изготовления электронного манка, который я использую для охоты на перепела. Ну, вы можете его использовать в иных целях, если у вас разрешены электронные манки. Ранее уже было видео, где я показывал, как я изготовил электронный манок, но он был неудобный, там было куча лишних предметов. Он эстетически был некрасивый. Это уже более-менее такой компактный, удобный и очень прост в изготовлении. Для этого нам понадобится два обычных автомобильных колокола, которые используются для сигнализации. Предварительно открутить нужно два винтика вот здесь, тут и тут, и достать микросхему, которая находится внутри. Достали микросхему, и все, колокол в принципе готов. Далее нам понадобится аккумулятор гелевый. Вот такой вот, 12 вольт, 7 ампер. Сам дешевый я, по-моему, взял, неважно. И еще нам понадобится вот такой вот усилитель, который я заказал с AliExpress. Он с поддержкой microSD карты, на которую уже записываете звуки, которые вам нужны. У меня тут звук перепела. Как это все работает? Подключаем колокола напрямую к усилителю и питание от усилителя к аккумулятору. Я вот сделал такие две клеммы, которые я просто подключаю плюс к плюсу, минус к минусу, и он начинает сразу играть. Также есть здесь джойстик, громче, тише делать. Конечно, камера не всегда так он громко играет, но он достаточно громко играет, хватает мне. Одной зарядки мне на ночь спокойно хватает. Зарядил. А, еще что хотел вам посоветовать. Такие аккумуляторы нужно заряжать специальными зарядками. Вот, ну, я приобрел специально для гелевых аккумуляторов, она импульсная, по-моему, называется. У меня был до этого другой аккумулятор, я его заряжал обычной машинной зарядкой, и он испортился. А с этой зарядкой он уже давно работает, у меня уже второй год, второй сезон. Я на охоте часто бываю и каждую ночь ставлю. Ну, то есть я поставил манок, утром прихожу и охочусь уже. Вот такой вот электронный манок, очень простой в изготовлении, не требует много финансов. Как они стоят на рынке, в магазинах эти электронные манки. Меня он полностью устраивает. Так что берите на заметку. А вот мой новый песик. Рокки, Курцхар. А, Рокки, иди ко мне. Рокки, на. Иди сюда. А ну, сидеть сделай. Рокки, сидеть. Видишь, мой маленький, хороший. Буду с ним в этом сезоне охотиться на перепелку. Да? Молодец. Все. Всем пока.